собираюсь ехать. Значит, мне надо ведро. Так, это у меня отсюда берется. Так. Это у меня мазилка. Все мазать. Тесто. Надо проверить, все ли я взял. Поставишь там у Володи. А у вас сухари-то есть, да? Сухари есть. Сухари, значит, я беру с собой. Вот, смотри у меня с собой, что сухари. Вот они. Угу. И особый мешочек. Угу. Так, и кроме того, у меня с собой бутылек с растительным маслом. Я подмазываю им. Угу. Вот он где. Это я всегда с собой вожу. Ну и вот ведро. Это. Они начинают говорить: а, мальков ловите, другой пока нет рыбы. А креветок стоят на берегу моря, щелкают все. Креветки там макруши какие-то. На кузнечика даже не похожи. Я поехал. Это на Камагорих уеду или лагерный пруд. Ласточки сидят. Вон стоит брат Сергей, там снимает уже. Доброе утро, брат. Доброе утро. Вот он завернул и начал за угол. И все, поехал дальше. Слава Богу за все. Вот Игнат Тихонович едет на рыбалку проверять мордушки. Ведро, велосипед.
Так, вот прибыли на место. Здесь вот мордушка. Это поплавок. Здесь три мордушки. Одна большая самая. Эх. Сколько пало, вон. Да. Вон они, смотри. Почему? Потому что вот эти вот сделаны посередине отверстия, а надо бы повыше. Когда я везу, она наклоняет ее. Я даже не знаю, как это сделать, чтобы не наклонялась. Все хорошо сделано, но вот это никак. Теперь мне надо... Они вот через вот это вот отверстие, да, вываливаются, получается? Да, да, через это. Или через... Потому что на эту сторону наклоняются. Вот, и теперь расстегивай, вон там жук, я его выкинул. Вот, расстегнул. Теперь я буду вот подгонять туда. Я вот надеваю на рукавники, потому что туда приходится залазить. Вот я только залез, видите, она какая грязь остается на костюме. Это на рукавники печные и от этих. Вот, теперь я смотрю, что тут. Вот тут. Ну, тут нормально почти. Вот, вот одна упала и все. И вот еще одна, Игнат Тихонович. Больше полведра получается, две даже. Остальные там, я сейчас посмотрю, брошу. И другой рыбы-то нету. Вот. Ну, чтобы не забыть. Первым делом застежку сделать. Вот она где. Называется раколовка. Какая раколовка, не знаю. У нас гальяноловка получилась. Никаких раков у нас нету. Ну вот с ней, вот она. Вот всю дорогу, вот как нес, и все везде сыпалось. Вон там везде все это трепешится в траве. Теперь что нужно делать? Ой, проверить. Вот жук попался. Туда его. Дальше. Я ищу карасей. Если карасей нету, ну тогда и ладно. А если есть, надо смотреть, большой нет. У нас там бак есть, а тут, ну, хорошие довольно гальяшки. Вот он. Как у нас считается гальян, это одна Аганя говорила, она Лапкина была, стала Сиськова. Ну, больше половины. А сколько примерно? Примерно 750 рыбинок. Я могу ответить. Теперь я беру хлеб. Хлеб обыкновенный. Володя пищет. И у меня с собой бутылек с растительным маслом. Я его наливаю. Запах. Запах привлекает их. Столько, чтобы наплыло, это вообще. Ну и выплыло много. Сейчас очень удобно ложить туда. Теперь эти два все, а вот это у меня тесто. Тесто, обыкновенная мука, нет, дрожжей там никаких нет, мука, и стараюсь без воды делать. Кишки счищенной рыбы, с ней перемешиваю. Это их привлекает, это всеядная рыба. Они, если гальян где-то есть, то другую рыбу не разведешь, он пожирает икру и все. Не смотри, что он маленький, он хищник. Теперь вот это вот я кладу сюда, на эту, и вот так заворачиваю, и так прижимаю с двух сторон. Вот она получается вдавленная. Теперь я снова отщипываю, которая сейчас, вот так, раз, заворачиваю ее в эту, в сеточку, и прилепил. Все. Вот так.
проверяю два раза в день, утром и вечером. Вон еще, вон они трепешутся, как нес, в траве, во всей траве до конца идут. Ну вот она, видно, вон около бутылки лежит. О, здесь сейчас трепыхалась, вот она. Это не одна, вон там сколько засохло. Вот, смотри, они в траве погибают. Вот она. Да вы пока несли, они повыпадывали здесь на этом пути, да? И то, а там падают в воду. Да, вон он в воде. Их это привлекает. Добавляю сюда растительное масло. А раньше добавлял совсем немножко крошки халвы. С чего она пойдет-то, рыба-то? Это я заклеиваю. 8 входов, значит, я должен 40 катышей закатать. Ой, 48, да, 16. Думал о этих, о мордушках других. Там еще у нас стоит 3 мордушки. Сейчас будем проверять. Это самое хорошее. Ее купил Никита Устинов, он сейчас в армии под Хабаровском служит. С присягой, все, на альтернативную не потянул. Хотя я ему советовал, поберечь себя. Ну, говорит, служба идет хорошо, о дедовщине не упоминает. У нас интересно, вот Алешка в устиновской семье был в президентском полку в Москве. Его отпускали молиться, отношения хорошие с начальством. Он ездил там, книги дарил после армии. Хорошие отношения. Наши ребята, никто в дедовщину не попадали. Вот Саша сейчас... Шадрин вернулся, ну, уже женился. Нигде из наших никто. Я служил, тогда вообще этого не было. Я служил в ракетных войсках, а потом... Сначала во флоте, а потом в ракетных войсках. Как раз образовывались, отовсюду нас набирали. У кого образование выше среднего. Вот так. Теперь я это ставлю обратно. Вот это... Она продается до этого колечка. Ну, тут надставили еще свое кольцо, поплавок, пенопласт и бутылка. Так, смотри, чтобы тебя не задеть. Это я думал, что придется втыкать в землю, но не пришлось. Теперь я в кольцо вдергиваю, а когда там беру, то вот в эту вот натягиваю и прижимаю к себе. Рыбка ловит, великая и малая. Все, благослови Господи. Ладно, так, идем дальше. Я люблю рыбачить. Когда я жил в Барнауле на квартире у Корнила Ивана Фадеевича и жена его Пелагея, тетя Поля. И он мне говорил, никакой ты не студент, ты рыбак. Он на рыбалку, и я с ним. Так, теперь надо вытаскивать. Маленькие мордушки, нарочнишные. Ну, у них бывает кое-что. Вон, смотри, сколько. Ну, видимо, вчера попались, уже поздновато, все умерли. Вчера, видишь, я как сделал, забил веревочку, оторвалась это и поплыла. И у того та же вырвалась и поплыла. И так не будет. Смотри, сколько. Это я могу и кошкам дать. О, так живые. Да. Живые. Там, Игнат Тихонович, еще осталось одна или две. Еще рыбка осталась. Ну, ладно. Человек в яме в плену сидел. Вот еще хлеб. Катыши, говорит, делал из глины. Там, в чеченском плену. Ну, насколько верно-то. Там чуть не год сидел. Вот так. Теперь это... Свозить, охота вам. Рыбак – это не воля. Вот она. Маленько, а то жарить не на чем. На растительном масле жарить нельзя. Рак. Так,
Одну я туда закладываю, там не про, и затыкаю. Затыкаю и завинчиваю буквально. Другие были тут от пробки, там от бутылки, все плохо. А вот это хорошо. Теперь, опять же, беру этой замазки, так назовем ее, и замазываю самое-самое устье. У нас вот такие мордушки я даже не видал раньше. У нас вот такого вот было и такого вот объема. Угу. Я один раз вытащил большие два ведра полных. Полных. Когда меня обокрали там солдаты, и уезжать и нет. И в один день я восполнил потерю. О! Так. Вот тут все коровы ходили. Наконец я отбился. Перестали сюда. Да. Вот тоже маленько есть. А, с миру по нитке. Голову. Теперь вчера, я видишь, тоже она у меня вчера вырвалась и уплыла. А я за ней поплыл. О! И вот, это у меня сюда идет. Вот она пополняется, как смотри, даже заметно. Так. Пробка-то была толстая и большая. Два раза Володя пилил ее. Потому что она опрокидывается, поплавок, и вот этой горловиной вниз. Вон она где. Я не знаю, как она ляжет к земле. Что ляжет к земле, она может, вот она лежала в земле. Видно, ил утопит. Ну, по-другому никак. Надо бы, чтобы она в воздухе висела, но это нам невозможно. Все. Теперь пошли мы на новую мордушку. Ну, не окончено было, поэтому я ничего там путного не жду. Прям незначительно-незначительно. Вот, надо засыпать тоже будет яма. Как-то не видали, а то ногу сломали. Так вот вчера тут сидел, смотри за потолок. О, теперь начинаем вытаскивать мордушку. Но мордушка одному не поправишься. Вот это у меня гвоздь. Видно, нет, он как загнутый. Я его под веревочку вот так вот ставлю. И так на веревочке и тяну. Ничего не сделаешь. Вон она. Она уперлась. За что-то где-то зацепилась. Палка тут уже не нужна. О, крепёшится маленько. Быстрее, нет, быстрее, нет. Быстрее выносите. Да это еще зашито, еще не все. О! О! Не... О! Какая разница, когда ты приходил, ни одной нету. Да, и да. И тут, види, дорога попали. Сыпется как. Нет, ничего не усыпалось. Не сыпалось, да. Откуда это сыпется? А вот сейчас, да. Ну, это вот, это вот эти вот. Нет, это не в это. Где-то больше. Ну, надо смотреть, да. Где-то что-то, где-то как-то. Ну, вот она. Вот, Игнат Тихонович, вот она, видите, где разошлась. Может быть, и здесь сыпанулась. Короче говоря, без нитки сюда не приходить, без иголки. Да, надо доделывать. Вот она, гляди. Ну, однако, никогда вот, она... Вот, где вылазит. Во.
Вот они, гляди, гляди, сыпятся. Да, да, там не дошито, да. Ну что ты не мог зашить, что ли? Ну, времени не хватило, сейчас буду дошивать. Вот страшно не люблю, времени не хватило. Эти слова я ни разу в жизни не сказал. Смотри, что просыпалось. Значит, они попали вот куда. И оттуда выйти не могут. Надо, значит, вот так вот делать. Ну. Евро. Ну, короче, так. Все, что ты делал, трудился, она была безнадежно потеряна, эта мордушка для нас. Вот она где. Видишь? Угу. О. Это надо будет зашивать заплатами этой зеленой. Угу. Быстренько сверху зеленой. Так, где это у меня веревочка-то была? Вон она. Смотри, она цепляется за эту вот и рвет. Вот она где. Значит, здесь дополнительно поставить. Ты не взял с собой зелень-то эту? Она в сумке там, вот в красной. Вот, вот это вот, такой да, нашей да. Здесь. Вот отсюда вот пример, где есть. Угу. И такой сделай зарой, чтобы да, все вместе завязывать. Да. Ну смотри, на полу сколько. Угу. Тогда я ставить не буду, ты все это сделаешь. Хорошо. Оставлю тебе этой. Вон она, смотри еще. Это не увезешь. Полная. Сколько потеряли мы. Это не потеряли, это ну, на берегу. Володя пойдет сегодня кормить там этих пленных карасей. Вот он, карасик, смотрите, Игнатий. Ну да, сейчас я домой приеду. Вот смотри, как Господь благословил, помолились. Них в этом не было. Я говорил, мордушка не окончена. А скажи, это, когда ты 2-3 раза уже прошел и ничего нету, ты не подумал, что зря делаешь мордушку? Да не 2, не 3 раза. Больше уже поднимаем, она пустая. Тебе не подошла такая мысль, что эта мордушка не годится для ловли? Почему? Если ее сделать, она будет годиться. Значит, ты делал не с безнадежностью. Конечно. А что бы я делал бы? Я знал, делал что... по послушанию. Я говорил, что овчинка выделки, ох, она выпрыгивает иногда тихонько на жижу. Ну, значит, еще надо завязывать. Еще новое, что надо приезжать с материей завязывать. А я сейчас могу вам дать... Сетку. Я сейчас сбегаю, принесу. А я принесу. Я принесу, сбегаю. Там. Вот здесь. Там красную сумку всю несите сюда. Сколько энергии. Миссионеры, не знаю, чем заняться. В деревню ехать надо. Красота, покажи храм наш. Аккуратно, подольше. Какой склад. Первая в России деревня православная, где нельзя ни лгать, ни пить, ни курить, ни материться, ни воровать. Под таким условием дается разрешение. Дальше своими силами, на свои деньги самостоятельно построиться. Лучшего места для воспитания детей... Вообще нигде в интернете нету. Все верующие. Учителя все православные. Смотри, да еще как поднялась вода. Это благодаря дамбе. Покажи, где прорыв. Вон там. А здесь посередке, вот за этими деревьями. Тут у нас был слив бетонный. Но он первый год рассчитан был. Дамба была низкая, на уровне ее. А мы теперь сверху, выше подняли уже почти на метр. Ну, только за 2 года я вложил во все это с домами больше 1 000 000 рублей. Ничего не имея. Таких Бог дает людей. Однажды
пришлось такой, нашелся человек, Александр помог сильно. Я говорю, там я дорога, я Александр Плац назову, он говорит, ну еще его не хватало. Сейчас он на меня где-то нападает, я понимаю, что он просто балуется, дуркует. Он очень добрый. И дорогу пришлось выправить. Ну что? Все, вот здесь вот эту материю доставать. Вот здесь вот в кармашке ножницы. Так, подожди-ка. Вот, вот этот вот. Вот да. Эту, да? Тут где-то короткий был, вот этот вот вам, может, хватит его на вид. Сейчас посмотрим. Вот это вот должно, подожди, наверное. Подожди. Не-не-не, вот. Нет, это мне не хватит. Вот это может быть. Вот так вот зашивать. Да. В кармашке, да? Ножницы. Вот. Вот это вот. Юля, это ты хорошо придумал. Теперь. Вот это вот соберите, Игнат Тихонович. Давайте соберем ее. Все. Смотрите, сейчас. Какой жирный. Сейчас, я сейчас это обстригу. Все равно она маловато, мне кажется. Как маловато? Все? Ну вот так вот веревочка-то. Ничего. Выскочит. Вот она. Это они выскочили? Да. Ну вот. Дорога-то я пока привезу. Смотри, какие гальяны. О. Ну ого, вот все бы такие были, так. И селедки не надо было бы покупать. Вчера молоденькие тут ребятишки были, ну я каждый раз как залезу сюда, а немного было, я к ним подъезжаю, и они у меня тут сами выбирают больших, я еду, то приду, думаю, придут домой, а ничего не наловили. Во, оказывается, я положил-то сверху. Но это уже, если выпрыгнет, то это не так много. О! Теперь еще и веревочку надо. А веревочку-то что, я могу из этой сделать вот. У меня в кармане есть. О! Опа! Это можно потом нашить будет, сделать шире. Пока вот так. Ой-ой-ой, сейчас я пойду. Так, ты понял что? Везде, где она высыпается, особенно в горловине, пройти ей заплатки, а сверху-то тебе легко, тут внутрь не лазить. Угу. И особенно в этот край. Смотри, сколько ты. Ну, не намного меньше моего поймал. Вот тут. Сколько их тут вообще, глянь, одна, вторая, третья. Ну, рыбешка маленькая, но она вообще замечательная. И по вкусу, и все. Где гальян, там уже никакая рыба икру метать не сможет. Ну, карасик где-то сметал. Так, надо посмотреть, сколько тут я посыпал, даже для виду. Не. Много. Вы когда ее ровно несли, она нет. Только вот когда перевернули ее. Вот как. Значит, что мне нужно? Вытащить ведро и велосипед. Так, я тебе оставляю одного, да? Тебе надо оставить это. Больше ничего не надо? Ну, это, сухарик, наверное, с маслом. Сухариков надо. Это вот на горловину тебе хватит. Местами замажешь. Понял, да? Угу. Теперь вот эти вот я тебе оставлю сухарики и полью их маслом. Полтора сухарика, потому что она большая очень. О. О. Вот две мордушки, а те маленькие хоть до дома заноси. Масло все-таки где-то протекает. И брал, не протекало. Уже вторая бумажка вся истерлась. Вот. Добавлю еще маленько. Угу. Ну все. Вываливаюсь.
на дорогу, потом на велику. У меня даже вот это предусмотрено, что это вот отмасленная, она, это отдельно. А туда отдельно у меня бумажки есть. Вот поехал, у меня всегда с собой нож, ты помню. Дополнительно рукавички. Все здесь есть. Как у настоящего рыбака. Это я заверну. Вот так. Как у Плюшкина, все на месте. Сухарей наберу. И я поехал. Нету, уроните в масляную это. А ничего, ничего. Вот так. Может там податка. Не, нормально. Все нормально. Потом надо будет подшить с той стороны где-то. Так. Да надо ведро, наверное, уже большое, наверное, брать. Если две мордушки вот так вот. Да большой я и хотел брать, это вполне. Но у меня ногами здесь сейчас задеваю. На велосипеде большое. Неудобно, да. Неудобно. Ну тогда. Ну что, я вон там подожду, еще мне надо в огород зайти. Ты увидишь, где я останавливаюсь. Заглянуть в огород. Вчера горох собрали, Володя сказал. Глянь, как она выглядит у тебя прекрасно. О, а там дальше идет дорога ровная. Перед самой перестройкой дорога тут должна была быть гравийная. Это 91 год, и все закончилось. Но они сделали, ширина вот трассы 10 метров. Ну, хорошая просто, хорошая. В 91 году все перерушили.